Доброго времени суток. Сегодня мы будем переводить описание типа на другие языки. Как это делается? Заходим в информацию и настройки. Попадаем вот сюда вот. Здесь есть перевод. Перевод. Берем, копируем то, что мы написали. Копируем. Идем в переводчик. Вставляем. Может, у вас другой есть переводчик, я не знаю. И здесь самое интересное начинается. Вот, к примеру, мы хотим на английский перевести. Берем, нажимаем английский. Копируем. Возвращаемся опять к себе. Здесь, если у нас стоит исходник русский, должен стоять русский. Мы его не будем трогать, мы будем трогать вот эту площадочку. Нажимаем на вот эту кнопочку. Опускаемся ниже, добавить. Опять нажимаем на вот эту кнопочку. И здесь пишем английский. Нажимаем. И нажимаем добавить язык. Все. Теперь вставляем этот текст. Поднимаемся, копируем название этого текста и вставляем вот сюда. Повторяем еще раз. Переходим в переводчик, выбираем язык, например, португальский, копируем все это. Возвращаем к себе в Google, в YouTube. Нажимаем на вот эту кнопочку. Добавить. Опять нажимаем на эту кнопочку. У меня уже португальский стоит. Добавить язык. Вводим перевод нашего текста. Поднимаемся. Копируем название. Копируем название. Вставляем название.